It's like you're sucking a little mushroom. Здорово, здорово, ребят. Лего, кстати, обратите внимание, Лего терапевту продается 567к. Тоже на заметку берем. Но я за Лего что хочу? Наверное, я хотел бы за Лего этот. А, оно на короне, походу. Короче, милишку хочу за Лего. Я смотрю на этот делик и такой, о, уже бегу. Штурмана за порох убивать. Так, у нас на повестке чё? Кабановских и Калантаевских убивать. При этом нельзя убить босса. Тут ФПС хороший, походу. Но боссов точно нету. ФПС не предвещает боссов. Такой смелый после арены. По всей карте W жму. Ты не втыкала. Вы понимаете, что я уже всю локацию по кругу пробежал? 0 ЧВК. Еще скажите, это не прайм тайм. Это калантаевский. Блин, не взорвать бы калантая. Еще один свитовец надо. Ура. Блин, это так обидно, нельзя убивать калантая. Какого хрена? Это вообще не прикольно. Не, ну прикольно, в первом же рейде калантай. Такое мне нравится. Опа, позвольте мне вас прервать немножечко от просмотра данного видео, потому что в Steam уже стартовала летняя распродажа. Скидки на топовые релизы доходят до 80%, и это лучшее время для того, чтобы попробовать давно желанный релиз. К примеру, Elden Ring, который сейчас заполнил Twitch. А максимально выгодно это сделать можно на Купикоде, ведь у ребят самая низкая комиссия на пополнение, и они полностью повторяют распродажу на своей странице с играми. Ведь Купикод — это целая экосистема, которая является самым надежным способом пополнения баланса. Они делают упор на честность и развитие комьюнити, а также организовывают турниры и проводят кучу крутых розыгрышей. Пополнение здесь проходит просто, дешево и безопасно. Все, что тебе требуется, это ввести свой логин Steam, не ник, а логин. Пароль от тебя не требуется, поэтому твой аккаунт останется в безопасности. Далее вбиваешь мой промокод JOIN2, который снижает комиссию на пополнение на 2% и дает скидку в 10% на покупку игры гифтом. Потом применяешь промокод, а дальше выбираешь интересующий тебя способ оплаты. Для зарегистрированного пользователя действует постоянный кэшбэк с каждого пополнения и покупки. Зачем тратить деньги, если можно тратить деньги и при этом еще получать халяву сверху? Также через Купикод можно пополнять казахстанские аккаунты Steam в тенге, а также аккаунты в долларах. На сайте доступны игры, которые в самом Steam пользователи из РФ найти не смогут. И игры, которые находятся в этой вкладке, можно купить без каких-либо проблем. Не нужно создавать новые аккаунты, там что-то махинации какие-то проводить. Просто купил и получил игру гифтом от бота. Ну, все, чё сидишь? Пожалуйста, кабан. Нет кабана, но есть ПВП. Это после арены. Это форма моя после арены. Это вот в арену поиграл. Это реально плюс 2 репорта, и они будут, ну, правы. За слова надо отвечать. А то не проучишь хама, он и дальше хамить будет. Боже, дайте мне закрыть этот квест, я пойду делать новый квест. Этот квест — это такое говно. Лучше пиво с мясом искать или диких с джишки на развязке убивать, чем вот это вот делать. Спасибо тебе, мил человек, дай бог тебе здоровья. А сайт не забрасывай. Пока жив я, сайт не будет заброшен. Обещаю. Липаните это, пожалуйста. Я кину Андрею, когда сайт будет заброшен. Сука, ёбнули нашего. Нормально он похавал. Раунд шизик. Только не пушьте меня. Ну зашибись, меня человек, по-моему, пушит.
Его босс спину убил. Да похуй нахуй, чё, блядь. Блять, этот пулемет всегда жрет все пули. Если бот за этим пулеметом стоит, этот пулемет всегда все пули схавает. Слава богу, блять, хоть квест закрыл. Выиграть матч в рейтинговом режиме на арене. Ух ты, ух ты, ух ты. Проверь, есть ли у тебя квест. Блин, а походу нету. Увы. Попробуй удивить меня. Ты сможешь, ты хочешь, ты будешь. Какой-то актер-бот, что ли, был? Здрасте. Добро пожаловать в мой анус. Не надо было пропитал на маленький кровотек тратить. Мне интересно, я убил его? Да, я убил его. Я тут гранату дал. Ну чё ты там ползаешь? Ебашки парика нахуй. Неплохой косплей на рейдера, я почти поверил в конце. Чё, блядь? Это 36-й левел был? Но это самый сильный 36-й левел, которого я только видел. Даже в лабе не с кем играть. Просто бедолаги 36-х левелов на 8-5-5 бегают. Я хуею. Ну что могу сказать, ой-вей. О, анфердовец. Его видно за километр. Хе-хе-хе. Че, идем в наглую? Блин, а что если он в чеканке? Ну и горизонталка. Анхердовцы атакуют. А правого типа из-за горизонталки ебануть еще не забрал. Ну там тип с копьем был, который меня чуть не убил. Куда они берутся? Они что, спавнятся прямо у меня под окнами, что ли? Не спать нахуй ты, блядь! Escape from Tarkov? Он хилился, поэтому я его впушить решил. Не, ну это хороший челик, хороший. Ему чуть-чуть не повезло в спину меня убить в окно. Ясно, короче, крутая игра. Он мне дает квест, проходит час. Этот квест все еще не появился в арене. Я сыграл две лабы, две улицы Старкова, сыграл катку в арене, 4 раза перезашел туда-обратно. Этот квест тупо там не появляется. Hello, дебил. О, я не могу. Девочки, я не могу. Блин. Блин, я не могу. О. Баб. На кабана пойдем. Ну, два репорта получены. Ну, второй тип потопал. Я просто понял, что за углом будет контролить. Сука, ёбнули, а чё это этот олень за пуликом сидел? Подожди, кабан не внутри? Кабан за этим контейнером, что ли?
Hello, it's me. Бать, он заныкался, ну и чмо. Настройки ЧВ с горностайкой. Вау, вот это лут с кабана. Жестко. Прости, новичок. Сорян, жжи с пипега. Сука ты, блядь! Было бы очень, ребят, круто, если бы меня бот убил. Было бы реально вообще топово. Можно попробовать сейчас плохо поступить, подрезать типа справа. Иди нахуй, сука. А у нема? Блин, вообще жалко немного его. Он реально говорит don't shoot. Но я не хочу вот эти вот don't shoot. Don't shoot пусть другому кому-нибудь скажет. А то все начинается с don't shoot, а заканчивается тем, что... It's me, it's me, и до свидания. А прикиньте, как раньше было. Раньше вообще войпа не было. Раньше, если ты хочешь, чтобы по тебе don't shoot, ты должен быть full голый, ножом, бить по стене и еще при этом куешить. И если тебе куешат в ответ, то все, вы типа состыковались. Кабан, по-моему, левый опять. У меня одна хая всего лишь, не хочу ее пока тратить. Блять, куда вся свита делась? Блять, он так отлетел, прикольно. Блин, вот бы... Была бы ачивка, короче, 100 раз кабана зафармить. И тоже какая-то одежда. Вот эта шуба, блять, бомжатская. Обосранная. Не знаю, мне что-то так в этой игре по кайфу кабана фармить. Это мой самый любимый босс. В нем есть некий челлендж. И он какой-то такой, знаете, такой он. Местами медитативный, местами на нем напрягаться надо. Гуны самый любимый босс у всех. Да их, блядь, то, что они по локациям ходят, это такая залупа. Не может этого быть! За около 60 заходов на кабана упали БПМ на калибре 3.66. Пиздец, ну есть, еба. Это, если что, две свиты кабана забаговались. Это не обычные дикие, это свитовцы кабановские. Где-то был одиночный выстрел со скара. На самом деле, я бы не против этого чела найти. А может, это было сзади, а я подумал, что спереди. Вот третьего я вообще не знал, про него не слышал. Мне не нравится то, что подъездная дверь открыта. Повезло, повезло, у меня чевок не шифтил. Тут Каланта еще живой, прикиньте. Чего? Они через дальнюю лестницу поднялись и через всю эту херню дали мне в горло. Да, вот это улицы здорового человека сейчас были. Вот это я понимаю. Вот это ништяк, блядь. Блин, с той стороны заходят. А кабан есть. Ну, заплачь. Как дурка пошла. Я без глушителя, у меня на Мьёльнире уже ствол нагрелся. Эй, земляк, мы стрелять не хотим, мы так наблюдаем. На, похавай.
Дабл чизбургер. Пацаны, да он там совсем ёбу дал. Поехали. Хули ты стонешь там, как шлюха, блядь. Ах, вот почему его басмач с гусем зарашили. Он кебаба отработал. Миша, ну все не так уж и плохо, ты забрал кабана. Скажи. Мой заточка. Как на этой карте делать городские разборки? Ну вот так вот по одного ЧВК за три рейда убивать. У тебя с этим проблемы, Чешу? Да ладно. Там уже челик. Пипец, 36 левел, ходит меченки за 14 лямов открывает. Тайгой. У него еще этот разноцветный жетон. Ну сразу видно, крутой перец. Вот это да, бля. Бля, мне уже самому страшно, чем Юлер вытворяет. Так, ключ за 12 лямов. Морфий, Глоцк, ОЗУ, DVD, MP7, MP155, РПД, CSP, попрошу. И все, обосранные тряпки. Не, ну, ключ, конечно, крутой. Определенно того стоил. Монтажер получает фиксированную ставку плюс донаты. Но он не мои донаты берет. Вот люди, кто донатит монтажеру, вот он эти деньги получает. Не, куда, блин, еще процент с моих донатов получать? Хотя, по сути, я ж плачу деньгами с тех, которые зарабатываю. Поэтому в какой-то мере, да, он отгрызает процент донатов. Блин, еще и свои отдельно донаты имеет. Короче, надо придушить его, походу, будет. Не надо. Не надо. Я не буду. Я больше не буду. Вы что-то мне глаза раскрыли сейчас. О! Чё в плейлисте попалось? О, вот это погодка, чтобы в Тамогу поиграть, конечно, да. Топ-10 погод для игры на таможне. Ну давайте посмотрим на вашу таможню живую. Где мой магаз? Нифига. W, братишка. Блин, а в натуре, походу, онлайна нет, только на улицах. Тут что-то нормально так, ребяток. Я прям кругом движуху слышу. ГГ, у меня бейсбол кончился. Пипец, по мне тип жмет, я вообще не понимаю, где он. Все серое. Что это за бред вообще? Кто меня сейчас убил, блять? Кто это вообще? Кто это? Что это? Он если что, прошел мимо дырки и просто за секунду, за микро-наносекунду мне сразу башку поставил. Вот его друг меня убить не мог, а этот меня сразу вырубил. Ну типа первый килл Джоэн. Хорош. Не, ну читак на Тамоге это вообще next level. Че, завтра тогда там могут целый день бегать. Ладно, ребзи, за 7 откланиваюсь. Спасибо вам за просмотр, за ебейшую сегодня поддержку особенно. Всем буду также рад завтра. Кинос Квладзе, приятного просмотра, хорошего вечера. И не забудьте домашнее задание.